народ оживился, потому что тигр закричал своим голосом. Понимаешь ли? И просто побежали все ближе к ним смотреть. Ну, то есть, если бы не было в этой клетке бы, я думаю, что если бы клетки бы не было, то я думаю, что вы все бы побежали бы быстро-быстро совсем в другую сторону. Но так как сейчас царь зверей в клетке, а мы купили билеты, поэтому мы на них будем смотреть и слушать, как они кричат. Сейчас постою еще и посмотрю. Может, они еще раз рявкнут. Но в то же время я хотел еще раз могу рассказать, как этот лев, тигр из-под решетки окатил посетителей струей своей, как из бронзбойта, метра на три. То есть вот если вот так вот встретишь его, то действительно не будешь думать, кто из нас царь зверей, а кто пища. Лев африканский, вот видишь, зрители разбежались, когда он перестал реветь. Это вот львица, а вон там он лев. Вот, а мы пойдем к нашим любимым рыбкам. И я попробую. Жалко мне, память у меня маленькая на телефоне, поэтому я попробую сделать прямой эфир. Как получится, не знаю, потому что у нас... Потому что там в подвале, и, возможно, интернет не ловит. Ну, попытаюсь.